лет так скоро память встанет. Да, память? Да. Такой, пожалуйста. И не, хотел в музее, блядь, нет. Нахуй эта память. Буду в музее лежать заспиртованный, нахуй, не храните меня, блядь, если я умру. Мне плевать, Вася, хватит нам плетать, Вася. Я поверю всем словам, когда тебя схватят. Мы не верим фейку, ты не пишешь одним тейком. Ты трешь за чужую жизнь кадры, так как будто взяли лейку. У друга вру тупо, не жму руку. Я бью в губы, я пью в клубе, мой друг крут. Твой друг слюни, ты сук, умер. Я веду в ступор, возьму стул, объясню. Супер, пацаны хорят, знаю, че слог выносит и крю лют. Если ты хотел честно быть, ты бы не стал брать трек, как за треками. Если бы ты был на улицах местным, ты знал бы атмосферу, вечно мерзлоты. Не оставлю место им быть не остальным. Бежим по дороге жизни, не стоим. Угроза моей жизни, бью бэтмены, векторы переменяются и за ним. Я не знаю где вы, но знаю, что я не знаю лень. Движусь быстрее, чем при восходе, исчезают тени. Вчера искал денег, сегодня продолжаем денег. Трус, уползаешь в тени, каждый день мы понедельник. Мне плевать, слышишь, слышишь, я не знаю, кто ты, парень. Мне плевать, слышишь, слышишь, я не знаю, что ты знаешь. Вы тут как мыши, мыши, по ночам вас когти разрывают. Я не знаю как, но мы свое под жизнь не забираем. Ебальники подписывайтесь. Всем привет. Хороший день. Короче, что-то надо сказать. Со мной рядом Женя Гурман и вон второй человек, Миша Яковлев. Итак, я тогда у человека пива спрашиваю, ну, просто образно, первый вопрос. Итак, первый вопрос. Что мы делаем, да? Не, ну, скажи всем привет, короче. А, ну привет, да. Вот иду нахуй с бутылкой. Подожди, подожди, у Миши Яковлева. Всем перед... привет. А, привет. Оля, привет. Кто такая Оля? Оля, это девочка из Ирландии, которая скоро должна приехать. А. Я тоже хочу. Сейчас, подожди. Ну, Миша, короче, ты когда начнешь смотреть, это уже, ну, когда ты уже будешь дома, ну, там сам посмотришь, смонтируешь, в общем, сам. И пришлешь мне по флешке потом. Вот. Ладно, короче, первый вопрос. Что... Или короче, что-то можно хотел я сказать? Да, да, да. Мой девиз нахуй. Короче, вы все пидоры, я охуенен один. Да. Все. Давай, задавай вопрос. Ну как настроение вообще? Блять, нормально, вот иду, сейчас лопату взяли, вилки, сейчас идем картошку копать. Хорошо. Так, следующий вопрос. Я уже придумал на ходу его. Ну такой нормальный вопрос. Как часто тебе пишут школьницы, в общем, ВКонтакте? О, да там много. Там да. Маленькие пишут тоже. По 12, по 11 лет. Совершенный, блядь, для малолеток. Скоро памятник ставит. Да, памятник? Да, только, пожалуйста. И не, хотел в музее, блядь, нет, нахуй этот памятник. Буду в музее лежать заспиртованный, нахуй, не хороните меня, блядь, если я умру. Больно. А, бля, да похуй, я умру. Ну, я так просто, нахуй, прогулки. Хочешь сидора ебать? Сидора этого? Да. Ну, лимонада хочешь? Не, не хочу. Так, надо Жене Гурману спросить следующий вопрос. А, кстати, у меня есть интересный вопрос. Что ты думаешь про проект, суперпроект «Человек пива»? Ну, фильм про Жени Гурмана. Суперпроект? Да, ну, я считаю, что это суперпроект. Но некоторые админы, там, паблика, признаваши, они считают, что это будет провальный проект. Что ты, ну, не станешь суперзвездой в Далласе после этого проекта. «Человек пива». Что мне сказать, да? Да, но какие у тебя мысли насчет этого? Блядь, я не знаю Женю Гурмана, но я думаю, какой-то Женя Гурман, хуесос нахуй, ёб, блядь. Долбоёб, блядь, только алкоголь... В жопу долбится. Конечно, блядь. Жопу ебут его все нахуй. Ну, блядь, алкоголь не пьет нахуй. Хуйня. Хуйня ваш Гурман, ёбаный рот. Я лучше, называйте меня Женя Яковлев, блядь. Женя Яковлев, да? Да. Хорошо. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Женя Яковлев. Да-да-да. Что ты думаешь про своих хейтеров? Ну, люди, которые тебя завидуют в этом городе Далгопилс. Вот. Что ты думаешь про меня? Нет, ну что ты думаешь вообще? Похуй на них, ну я, блядь, половину там отвечаю. Все равно. Ну, нет. Интересно же, когда даже обсирает тебя, когда человек обсирает. А ты не боишься, что тебя поймают, короче? Вау. Я на всех столбах в розыске, блядь. Он не хочу, он никому не нужен. Хорошо. Так, следующий вопрос. Ну, неплохой вопрос, в общем.
Какую-то марку пива еще не пил, но хотел бы в будущем еще попробовать. Или в этом году, в 2016. Я завтра 0,5 въебу нахуй эту, которую в космосе у вас в центре стоит, блядь. Это в каком магазине? Ну, в космосе, блядь. Ну, Дитоне, в космосе, короче, там это. Гурман пиво, который недавно. А, гурман пиво, да? Латвийское. Ну хуй его знает, нахуй. Про этого долбоеба еще и пиво делают, нахуй. Лучше делайте про Женю Яковлева, пиздатое пиво. Ясно. Так, следующий вопрос. У меня какой-то назревал интересный вопрос. Сейчас вспомню. Ты можешь пока рассказать какую-то историю, пока я думаю. Ну, вспоминаю, что я хотел задать. Какой я бычок подниму, горький дым затяну? Не, я не курю. Сектор газа. Не, сейчас вспомню. Я вспоминаю вопрос. Миша, если что, этот момент обрежешь, ну где я молчу. Окей, хорошо. Сейчас вспоминаю. Я могу сказать, дрочит правая рука, дрочит левая рука. А, вот, вспомнил. Кстати, уже половина лета прошло. Вот, как тебе вообще это лето? Ну, лето 2016. Ну, как тебе, чем запомнился июль, вот чем запоминается июнь, в общем? Да нихуя, блядь, покупался и все, ебаный рот. Пласта один раз поймал. Потом, блядь, пьяный нахуй на дорогу, блядь, завалился, блядь. Друзья подняли. Ебальник весь побитый был. Да и все такое, ничего. Зато попили, заебись. Хорошо, следующий вопрос. Он связан опять же с пивом. В какой ты бы хотел работать пивоварня? И в каком это было государстве? Ну реально, хотел бы всю жизнь работать в пивоварне? Да, но только не в Латвии. Ну куда позовут? Ну не в Польшу, ну не в такие, короче, бедные страны. Может в Чехию, в Голландию какую-нибудь, нахуй, в Германию, о. Не. А на какую зарплату рассчитываешь? Да я не знаю, ёбаный рот. Чтоб 800 платили, нахуй, мне заебись, нахуй. Так, следующий вопрос, он связан немножко с интимом. Ну там не с Зайцевым связан, другое. Расскажи про свою подругу, короче. А, моя подруга? Да, подруга. Ну да, вот сейчас вот как вот, вот я с своей подругой иду, Миша Яковлев. Ну хорошо, да. Пошел. Ну ничего, ничего такое, сейчас мы, короче, в аптеку там заглянем и будем возле кладбища ебаться, на. Хорошо. Похуй будет ли. А сколько, Женя, в твоей жизни уже было женщин? Да, сколько? Миша Яковлев, Андрей Щуцов. А две только было. И все? Да. Вообще. Да, хорошо. Следующий вопрос достаточно очень интересный, наверное. Такой вопрос, наверное, уже никогда не задам. Наверное, это будет последний вопрос. Ты бы хотел бы обвенчаться с Машей Ирвинг? А что это такое? Ну, жениться на ней. Не, нахуй. Давай, ну, в передачу попасть там, давай поженимся, короче. Ну, ты себя хотел бы такую жену? Ну, Машу Ирвинг. Блять, ну если она мне деньги ставить будет на бухло, нахуй. Да. За ее на счет буду жить. Ну ты вообще не завидуешь ее успеху? А у нее успех есть? Вот. Ну да, успех. Какой у нее успех? Я таких не знаю людей. Ты знаешь, не знаешь, да? Я не знаю. Кто такая Маша Ирвин? Ну Маша Ирвин, да. Ну ясно. Я не знаю. Ну все, короче, у меня вопросов нету. Короче, что я скажу? Я иду с этими, вот с человеком пивом и с человеком Мишей Яковлев. И Женей Яковлев. Да. Искать приключения. Вот, я думаю, вам это видео понравится. Ну, когда вам будет скучно, нечего вспомнить, вы посмотрите просто это видео. Так, жопу ебаться будем, нет? И все, всем пока. Ты сегодня вы не что-то скажете? Вы что-то скажете, кому-то передадите привет. Я Оле передал уже. Короче, передаю привет своей девушке, Кристине. О, блядь. Ну да, все, я передал привет, нахуй, но я иду ебаться с Мишей Яковлевым. Все, давайте. Миша Яковлев, моя жена. Ясно. Короче, я его ебу. Там жопу нахуй, можете нахуй знакомиться. Пошел нахуй, что гурман. Скажешь? Я ебу гурмана в жопу, он все пиздит. Он любит нежно. Мы идем, короче, на встречу. Что еще скажешь? Короче? Он идет на встречу с мужиками, нахуй. Да, короче, это было. Он идет на встречу со мной. Самый первый идет, кстати. Потому что он сказал, что он не хочет при людях. А Миша в говно. Он жопу сегодня не мыл. А Миша на говно наступил. Пошел нахуй! Давай, говори, короче. Камеру приготовили, это я тебя в жопу ебу. Блять, знакомо лица. Короче. Ну что ты хотел сказать? Ну короче, давай знакомься там, да? Короче,
Я его ебу в жопу. Короче, о, знакомьтесь с этим, пидором, я его ебу в жопу нахуй. Раком нахуй, блядь, жестоко ебу в жопу нахуй, вот снимай. Он мне сказал молчать и улыбаться. Молчать ты должен улыбаться нахуй, я его хуярю в жопу нахуй, может, я, короче, трахаю нахуй, жестоко нахуй, можете с ним знакомиться, все. Все, снял, да? Ну все. Миша, скажи, почему ты с этими вилами ходишь? Я снимал клип, который очень-очень крутой, и Оксимирон скоро будет просить со мной совместки. Шутишь? Я серьезно. Он уже там пишет. Если совместное видео, там, ну не знаю, миллион просмотров. Совместные песни он просит у меня, он говорит, типа, не, Миша, я, знаю, я начал терять популярность, типа, Миша, давай запилим совместные песни. Я точно знаю, что ты шутишь, ну, на самом деле, просто. Ну ладно, не Оксимирон всего лишь. Но ты все равно MC, дома, да, это посмотришь. Ну, да, я все равно дома это смотрю, что со мной совместку Нойз просит. Да. Да. Что еще хотел бы добавить? Ну, чтобы еще это было интересно пересматривать просто. Давай передадим привет Оле. А кто такая Оля вообще? Оля? Да. Это девочка из Ирландии. А? Ну, по крайней мере, я больше никакой информации не владею. А, больше никакой? Да. Вообще, как тебе лето? Лето? Да, лето. Ну, круто. Половина лета я отсидел дома, а остальную половину лета я отсмотрел, как гурман пьет. А, гурман. Да, слушай, а с какими ты еще с девушками хотел познакомиться? Я бы хотел его потрезвиться. Не, потрезвиться. Я бы вот хотел познакомиться вот с этой девочкой вот в коротких шортах, но она слишком много агрится и слишком много мнит о себе, поэтому пошла на пизду, я не буду с ней знакомиться. Ты такого мнения об этой девушке, да? Да. Не, еще раз скажи, очень плохо. Какой девушке? А вот этой вот, с большой жопой, ну, в этой, в светлой. А ты ее хорошо знаешь? Да, я хорошо ее знаю уже минуты три. Ты с ней раньше жил вообще? Конечно, я с ней раньше жил. Я не помню, правда, этого, но я чувствую где-то в душе, что в прошлой жизни мы были соседями. А, ну это будет правильно, кстати, ответ, да. Да. Я чувствую это. Мое сердце остановилось. Слушай, а что ты о ней замерло. Еще думаешь? О ней еще думаю? Да. Ну, я не знаю, что тот, кто столько агрится, наверное, кому-то в жопу давал до этого полжизни. Больше не знаю. Все, что ты можешь сказать, короче. Да, все, что я, короче, могу сказать. Ну, я бы ее еще на вилы насадил или на член, но я думаю, при людях это не культурно будет вот так вот действия проделать такие. Все, что ты хочешь сказать, да, короче? Да, короче. Вон, можешь у гурмана спросить. Гурман, что скажешь, короче? Дим, мне после звонка нет настроения вообще. А что случилось? Достаточно, кто курит, как на лавочках. Мы стелим патчами по ночам. Твой месяц то, что получу за час. Плевать, слышишь? Я не знаю, кто ты, парень. Мне плевать, слышишь? Я не знаю, что ты знаешь. Мы тут как мышь. По ночам мозгов тебе разрывают. Я не знаю, как, но мы свое под жизни забираем. Мне плевать, слышишь? Я не знаю, кто ты, парень. Мне плевать, слышишь? Я не знаю, что ты знаешь. Мы тут как. Я не знаю, как, но мы свое по жизни забираем.